Разговоры о том, что Анкара частично осуществила свой секретный план по вторжению в Армению и Грецию, безосновательны. Об этом, как передают канал 13 в беседе с Ленда.ру, заявил бывший глава разведуправления при Генштабе Вооруженных сил Турции генерал-лейтенант Исмаил Хаккыпекин. По его словам, помощь турецкой стороны Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе нельзя называть вторжением. Турецкие военные в войне не участвовали. Целью помощи был возврат Азербайджаном своих оккупированных земель. Речь о захвате армянской территории не шло, отметил генерал Пекин. Экс-глава разведки также указал, что Турция в целом не желает захватывать чужие земли, но будет защищать себя в случае угроз. Касается это и конфликта с Грецией, подчеркнул он. «Мы с ними не враги, просто у них есть много требований к Турции, и это ущемляет наши права. Турция четко и ясно сказала, если будут нарушены наши права в Эгейском море, мы будем расценивать это как военный акт. Как и у всех стран, у Турции есть свои планы насчет войны. Это вполне нормально», – пояснил бывший руководитель военной разведки Турции.